Неаполь, в Неаполе, да? Вот так итальянцы живут. Да, вот показывают. Интересный ветерок, да? А? Мы потихонечку проедем и остановимся там в определенный момент. Но купаться здесь нельзя. Имейте в виду. Чтобы волны чтобы не сбивало берег, да? Не сбивало берег, да? Все по-умному, да? Смотрите, всякие рестораны, кафетерии, кафе. Где бы они куда-нибудь, Петро? Все там свои ямки, вот они здесь, все видите? Те, которые самые бедные. Спасибо. Спасибо, бедная, которая чувствует на себе кризис. Вон там ракета, как ракета свой стоит, да? Как ракета стоит, он горьковская. На крыльях стоит. Тут ракета. Он стоит большой. Как они, соответственно, так итальянцы живут. Ага, и здесь вот садятся на эти кораблики, которые довозят до островов. И продолжаем по улице Караччело ехать мы. Сначала это был район рыбаков, а теперь это типа спального района. Вы можете в любой момент, да? Ага. Везувий, как я уже говорила, высота над уровнем моря около 1260 метров, и каждые 50-60 лет он извергается. Последний раз это было в 44-м году. То есть приближается. Это он лавиной зато. Это ровер, лавиной. Не, а вот дома. Он живут. А можно купаться? Сильный поплыл, да? Самый сильный, да? Пока один под собой. Вон, да? Вот, везу, да? Везу. Попали с тобой, а? Это же на мрамор попали. Камень, глаза. По левой стороне, опять же, этот общественный парк. Надпись на коне. Вот так пойдет? Что? На коне. Вроде да, вроде нормально. Это адмирал Диас. Ну тебе надо глаза нашапурить лицо. А это лицо нормально покрасило. Шишка. И тут записывай все, смотри, блин. Здесь нельзя останавливаться. Мы...
Возле замка мы остановимся. Да. А вы имеете в виду, что с автобусом нельзя останавливаться там, где вам захочется? И ни на автобусе, ни на машине? По левой стороне это аквариум неаполитанский. И опять же, это второй по своей значимости после этого... Да погоди, дай заснять ты. Аквариума в Генуе. И он важен, потому что здесь изучают флору и фауну Средиземного моря. Опять же, продолжаем по левой стороне видеть парк. Крепость не будет. Мы же проезжаем. Крепость, Никола, погоди. Это мы проезжаем. Обедают и потом тут. Поэтому по побережью гуляют. Это самый древний. А вокруг него морской такой типа городок. То есть там всякие ресторанчики, кафе, бары, и все на морскую такую тематику. А по левой стороне самые престижные неаполитанские гостиницы. Да, внутри этого замка ничего нету. Yeah. Этот замок, это была тюрьма. Спускаемся. Вода красивая. Ребята, те, которые должны выходить, начинайте собираться. Почти вас возле вокзала остановим. Оставим. Значит, вы готовы? Ребята.
тоже вот это вокзал. На поезд. Потом ищите там сами билетные кассы и все остальное. Ну, как минимум, час с чем-то идет. Ой, блядь, да. Вот сейчас можешь сказать, блядь, нихуя себе. Каждому это самое дело. А? Тайди, не мешай, блядь. Снимаю.